Клево всем, друзья. Сегодня 15 ноября. У нас на данный момент плюс 2. Приехал на один из степнячок. Вернее, друзья привезли. Говорят, есть окунь. Есть щучка. Ну, в первую очередь, погонять, попытаться окуня. Может и щучку. По крайней мере, взял два удилища. На окуня, на щучку. Посмотрим, что получится. Попытаемся поймать какой-то степняк. Я здесь первый раз, меня привезли, посадили в ерша, сказали, плыви туда, рыба там, кидай вон то и поймаешь. Не знаю результат, ничего не могу спрогнозировать. Посмотрим, друзья. Глубина небольшая, где-то в районе метра. Дно покрытое травой. Летом, походу, весь водоем зарастает. Сейчас уже похолодало, вода опустилась. О, я окуня увидел. Видел окуня, одна стоял. Говорят, рыбки много, окуня много. Щучка есть. Будем пробовать. Надеюсь, получится. Очень хочется половить на спиннинг. Последний мой выезд на хищника закончился чуть не трагически. Благо, доплыл. Ну что, друзья, начинаем, ловим, поехали, друзья. Погал так называемый. О, корочка льда, офигеть, под камышом корочка льда стоит. Гоблер на него упал. Поппер. Буду чуть-чуть сплавляться по ветру и пролавливать, искать, вдруг найду. Попробую сейчас середина, она поглубже. Под камышом очень мелко. Ребята поймали одного окуня на поппер на середине. И все, и пока у них тоже тишина. Красавица, идет шикарно. Ну, пока рыбу не приносит. Оп, оп, трава. Есть, ребята, первая рыбка. Друзья, первый окушок. Я его поймал. Вот такой малыш. Во. Есть. Отпускаем подрастать. Беги. Сквозанул. Есть. Первый пошел, друзья. Оп, есть. Есть, ребятки. Хорошенький, хорошенький. Оп, 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 оп. Давай, давай, давай. Бьется. Есть. Есть. Ой, какой окушок. Вот это на окуня уже похож. Ха-ха, есть, ребята. Я тут с проводами, не обращайте внимания. Провода это у меня, чтобы работала камера, не сажалась. Ой. Вот, красавец. Вот такой. Офигеть, прям ямы. Оп, есть, есть, есть. Ребятки, есть. Вот, друзья. Небольшой красавчик. Давай, клюй. Оп, 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 оп. Есть рыбка, есть. Ой, 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 боец. Ой. Вот он. Окунек. Красавец. Есть, есть, есть небольшой малышек. Махонький. Есть, 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 ребятка, хорошенький. Ой, ой. Вот это боец. Вот это да. Вот это огонь. Хороший, хороший. Друзья,
хороший. Ой, красавец. Ой, красавец. Вот это красавец. Друзья, хорошего взял. Во. Вот такой красавчик. Смотрите, а? Офигительный. А? Рудик. Да, вообще красавец. Да, таких бы на жареху десятка-полтора взять. Был бы огонь. Оп, есть, 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 друзья. Есть рыбка. Есть, вот он, красавец. Небольшой. Очередной окушок. Травушка. Не, малыш, вообще малыш, друзья. Круто. Три проводки, три рыбки. Да, походу приманка из-за того, что чуть-чуть быстрее тонет, идет глубже. И вот. Опа, смотрите, есть. Есть, 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 есть. Ой, какой хороший. Ой, какой замечательный. Есть, красавец, красавец. Ой, какой хороший. Вот такой вот красавец. Ой. Друзья, очередной красавчик. Офигительно. Ну что, друзья, рыбка подзаглохла. Сейчас чаек попью. Буду дальше сплавляться. Посмотрим. Солнышко, ветер развернулся, то дул. Как я сейчас стою справа, сейчас дует мне в спину. Не знаю, посмотрим. Была неплохая активность, окунёк включался, хороший. Клевал неплохо. Было такое, что 4 заброса, 4 рыбки. И вот сейчас пока, наверное, минут 40, полный ноль. Полный игнор. Погонял чуть приманки на щуку, тоже полный ноль. Ну что, сейчас вот чайку и пойдем дальше искать рыбку. Повторил он. Повторил, друзья. Опять не. Вот такой небольшой. Комачик работает. Мелкий окушок. Ну, нет-нет, всаживается. Именно на комачик. Он как раз сейчас, рыба стала более пассивная. Клевать активно перестала. И комачик медленнее тонет, поэтому делаешь дольше паузы. И вот нет-нет, на этой длинной паузе, пока он опускается, окунек садится. Вот такие малыши сейчас и поклевывают.
Беги. Вот это, ребята, вот это есть хороший. Хорошие, друзья. Есть. Во! Это уже позачетней. Вот такой. Красавец. Опа. Есть. А, мимо. Друзья, атаковал попер. Кокунь. Два раза. Но не все. Опа, есть, 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 ребятки, есть. А-а-а! Попер, на попер, зим, поздней осенью. Кайф, класс. Огонь, друзья. Какой красавец. Друзья, смотрите, какой красавец, на попер. Смотрите. Ай, красавец. В клеточку. Три раза атаковал. Да, все-таки догнал и сел. Вот он. Красавец. Ротик. Вот такие вот. На попер практически зимние. Оп. Тоже вышел, ударил, но не сел. Ага. На палубе, да? Ага. Видел, да, нет? Нет. Я за своим слежу, мне некогда. Оп, опять. Оп, есть. Ребят, смотри, каких. Позднеосенний попер. Поперный окунь микро. Друзья, вот закончилась сегодняшняя рыбалка. Отлично, половил, покайфовал. Поймал, наверное, более 4 десятков окуней. При этом том, что рыба капризничала. Ловилась очень плохо. Подходами, постоянно нужно двигаться, искать его. В основном это был небольшой спортивный окунь, но были и довольно приличный окунь, классный. Ну и порадовала это, конечно, ловля на попер, хотя половил чуть-чуть на попер. Поймал двух окуней, одного хорошенького, одного маленького. Ловить на попер окуня, это, ну, как на любые поверхностные приманки, это просто огонь. Еще 5 или 6 было выходов без реализации. Но рыбка поймана, удовольствие получено. До новых встреч, друзья!